Ученый Юрий Оганесян стал первым лауреатом премии ЮНЕСКО в области фундаментальных наук. Церемония награждения завершилась около часа назад в Париже. Премия носит имя выдающегося ученого Дмитрия Менделеева. Ну а награда эта вручается впервые. Отныне ее будут присуждать ежегодно за выдающиеся достижения. Юрий Оганесян получил ее за прорывные открытия, позволившие дополнить периодическую таблицу химических элементов. Профессору 88, он руководит лабораторией ядерных реакций имени Флёрова в Институте ядерных исследований в Дубне. Оганесян – ключевой участник ряда важных международных научных проектов, благодаря которым открыты сверхтяжелые химические элементы. Ну а один из них, под номером 118, официально назван в честь ученого Оганессона.